Итак, бой пройдет в формате 3 раунда по 5 минут. Ваше внимание, слева от меня находится боец, которому 22 года. Его рост 174 сантиметра, вес 61,6 килограмм. Одна победа, 0 поражений. Его стиль ММА. Встречайте из Махачкалы, Дагестан, Рашид Муртазалиев. Также сегодняшний его оппонент. Справа от меня находится боец, которому 22 года. Его рост 179 сантиметров, вес 61,7 килограммов. За плечами 2 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Его стиль ММА. Встречайте, город Грозный, Чеченская Республика, Арби Ескиев. Рефери в октагоне Игорь Ханшибилов. Ну, судя по всему, Арби Ескиев, поэтому и возникли проблемы с поиском информации о нем. То, что согласно статистике, которую нам отправляли, там Ескиев было написано. Ну да ладно. И хороший фронт-кик от Арби. Еще левый. Да, хайки. Сейчас он тут же проходит. Все главное покажет о себе сам. Видим хорошее начало. Ну и, в общем, в основном таким долговязым, если можно так сказать, спортсменом, то есть с длинными руками, ногами, тяжело в клинче бороться. Вот на дистанции заходить в проходы отлично, потому что можно проход делать достаточно издалека. А вот в клинче тяжеловато. Клинч тяжеловато, поэтому, в общем, мы видим. Ага, ну вот такой классный переворот через кимуру. Ну, нельзя сказать, что это прям классический кимура-свип, но что-то близко к этому. О, хороший лук. Ты еще добавляет. Виски. Попытка была из этого положения выкрутиться. Нет, пока все остается в классическом гарде. Старается найти для себя удобное для акцентированного удара положение Арби Ескиев. Так, и выходит, так интересно, кстати говоря, выходит на ногу дагестанский спортсмен. И контрприем сейчас на ногу возможен со стороны его оппонента. Не успевает сориентироваться, что именно с ногой сделать. Тут, на самом деле, очень много вариантов. Конечно, скручивание пятки напрашивается самым первым. Но пока, видимо, просто не очень обучен конкретно этим приемом боец. Пытается все-таки упорно выйти на рычаг локтя, а он здесь... Ой, рычаг локтя, рычаг колена. А он здесь не сказать, чтобы прям... Напрашивается. Да. Проходной, да. А вот ага, и попадается в треугольник. Может быть, сейчас все закончено. Ну, вот подкрутиться бы, тогда можно будет об этом говорить. Пока там, видимо, есть чем дышать, есть лифты. Подкручиваться. Нет. А нет. Постучал сейчас Рашид Муртазалиев и очень быстро. Честно, впечатлил. Впечатлил, потому что... Ну, опять же, исходя из того, что у него длинные ноги, я думал, что не подкрутившись, он просто не сможет задушить в этом положении. То есть люк должен быть большой. Но нет, выиграл. Выиграл, все получилось. Очень быстрая победа. В середине первого раунда я вижу Арби Ескиев. Треугольником классическим. Судьба не наносила с братьями вперед. Ахмат сила. И не случайно тогда сошли звезды ночью. На второй минуте, 28 секунде первого раунда, удушающим приемом одержал победу боец из красного угла Арби Ескиев.
Поздравляем, Армен Бускеев, с этой блестящей победой еще раз. Начинается восьмой бой сегодняшнего турнира, который пройдет в весовой категории до 57,2 килограмм. В синий угол октагона приглашает.